Всем доброе утро. Ну вот это наш первый день или второй день, да, считается. После первого утра, в общем. Вон там завтрак. Очень все красиво, уютно, спокойно, тихо так. Очень хорошо. Вот такая беседочка здесь. Оба, наверное, такими зарисовочками делать короткими. В принципе, не так много народу. Вон немцы сидят, киряют. Они здесь все трапиво пьют. Большими кружками причем. Толстенькие такие все. Вот. А вообще не очень много народу, слава богу. Каким-то образом мы умудрились сесть. Ну, я выбирала по солнцу, как бы вот по положению, да. Выбирала местоположение. Оказывается, мы сели около прям детского бассейна. Но здесь относительно так. Не так спокойно, как в других местах мы нашли. Там сзади за террасой. Терраса такая красивая, спокойная. Туда завтра пойдем. Вот, еще надо везде пойти посмотреть, где что есть. До пляжа дойти. Здесь 200 метров, но как бы из заднего хода, из отеля нет выхода. Нужно через переднюю, эту самую, через ресепшн идти по улице вниз. Это мне не очень нравится. Ну, как и в том отеле у нас тоже так же было, кстати. Вот, но здесь, по крайней мере, должен быть песчаный берег. Ну, все. Ричард куда-то умолк. А, вон курить сел. Он сидит. Ну вот, пока. До следующей этой. Привет, привет. Ну вот снова мы. Ричард. Привет, привет. Привет. Вот я тоже. Тоже привет. Тоже привет. Эту беседку утром мне мужик помешал снять. Он кого-то ждал, стоял. Ну вот, зато я могу вам сейчас во всей красе показать. Вот такая беседочка. И все очень красивенько. Мы так наелись. Непозволительно. Тут так вкусно все. Вот, в общем, безобразничали. Завтра вина пить не будем. И есть тоже не будем много. Но это я сегодня говорю так. Посмотрим, как дела пойдут. В общем, это отель. Называется Sandy Beach. Это часть группы отелей. How many hotels is this seaside? Three, is it? Just On this island. На этом острове у них три отеля. Управляются это все австрийцами. Управляется все четко, очень хорошо. Все буквально без никаких вообще претензий. Ни по какому поводу. Единственная у меня претензия, что в этом отеле мы всегда останавливаемся в Palm Beach. Вот я оттуда уже делала вам репортажи. Там было мне лучше вообще, ну, по всем показателям. Здесь тоже это очень хороший отель, все. Единственное, что здесь у них здесь нет бассейна с водой с Мертвого моря. Как бы Dead Sea Water. Остальное все то же самое, в принципе. Ой, что-то я дышать не могу, так непозволительно. Безобразно. Объелись. Too full, а мы. Yeah. Ну вот. Вот такой вам вечерний этот. Вечерняя маленькая зарисовочка. Уже становится темно. Уже, в принципе, темно. Вот и сейчас пойдем погуляем. Немного жиру стрясем. А завтра опять загорать. Ну все, пока. Попросили сделать чашку чая. Я думаю, что, вы знаете, у меня какой-то прошел период, наступил период, когда я думаю, что я, наверное, исчерпала темы. Но поскольку это сейчас у нас тема как бы такая актуальная, вы сами знаете, я уже сказала, у нас 23 года. Я говорю тебе, когда кашляешь, когда куришь. Ага, не туда попало все ему. Как сохранить отношения чистыми? И так, как вы хотели бы вот эти отношения сохранить после стольких лет вместе, совместной жизни, я думаю, что вот, наверное, вот это я. Вот об этом я с вами и поговорю. Насчет чая не могу обещать. Нам чайник поставили. Тоже вот, да, вот в этом отеле. Это единственное, ну, не единственное, а вот следующее, как бы, претензия у меня. Чайник есть, чашки есть, а к чаю ничего нет. Ни самого чая, ни сахара, ничего. Ни кофе, ни молока. Вот. Здесь немножко все равно не так. Хотя это хорошо здесь все, отлично, шикарно. Вот, но все равно вот экстра люкса вот этого вот, как бы, я не ощущаю.
Или муж, наверное, избаловались так, я не знаю. В общем, вот на эту тему мы поговорим. Я, наверное, буду сидеть с бокалом вина, девочки, потому что чая я, видимо, не дождусь. И чай здесь все равно не такой вкусный, как дома. Вот, поговорим. Но все равно будем говорить, что это за чашка чая. Ну все. Снаружи ты показала, изнутри нет. Вот. Ничего особого здесь нет. Так все интересно. Очень все. Gracias, Richard, выучил. Да надо. Окей? Okay. You know where to go, no? Да. Да. Пошли? Да. Да. Ну, пока. Я думала уже все, но вот мы пошли гулять и нашли вот такие цветы, девочки. Такой кустарник, сейчас покажу. Ричард, подвинься. Вот такой кустарник большой. И растет вот прям по забору вот так. Похож на бургенвилли, у нас цветок был такой. Но он, в принципе, растет только вот в тропических странах таких. У нас он рос. No, it's not. I think it is bougainvillea. It might be. Bougainvillea. Bougainvillea. Bougainvillea, по-моему. Кто знает? Скажите, кто живет в Испании? Скажите. Или, может быть, в Италии? It's got little... Look, it's got little things in there. Yes. Красиво. Но пахнет. It doesn't smell like it. Очень нежно, очень-очень-очень тонкий. How it grows on, I know, on that, that's quite... That's how bougainvillea grows. Bougainvillea, I think it is. This is lovely. Вот прицепились мы к этому кустарнику теперь. That's so beautiful. So beautiful. Ну все, мои хорошие, спокойной ночи всем. До следующих встреч.